Саламатсыздар, урматтуу Супер Кеджи YouTube каналынын көрөрмандары. Бүгүн бизде өзгөчө бир жаңылык болгон турат. Тактап айтканда, акыркы учурларда YouTube тармагын казак сериалы 532 деген казак сериалы абдан чоң жаңылык жаратты. Мына ошол сериалдын баш каармандары бүгүн бизде конокто болгон турат. Шалкардын ролундагы Абиль Мансур Сериков. Шалкар, ты сам спецотдел перевёлся. Теперь сам с этим говном разбирайся. Есть ли спокойник? Думандын ролундагы Кабланды Болат. Мара, на всякий случай, отца далышын, жақсыма? Есть. Скажи, кеттік жүр. Жана ушында эле кино тармагындагы өзгөчө бир адам, Кыргызстандагы эң чоң KG Club Production'дын ээлеринин бири десек болот, Саят Тостыкбаев. Кош келипсиздер. Кыргызстанга келген максатыңыздар тууралуу айта кетсеңиздер. Кыргызстанга Саят Мырза осы кисинин септиги менен Кыргызстанга жалпы Бишкекке биринчи конок болуп, экинчиден кийин бир переговоры да, болочок алдагы убакыттагы жоспарларыбызды реттейк деген ниет менен Бишкекке келип жатырбыз. Алдагы убакыттан 532 биткенден кийин тагы да ары карай жакшы үлкөн-үлкөн максаттар коюлуп жатыр, планкалар. Сол планкаларга ары карай дамытуу үчүн биздер мына жактагы кыргыз азаматтары менен казак азаматтары арасындагы бир достук максатта, творчестволук максатта, өнөр максатында бир жакшы бир дүйнө акелүүгө жасайык деп келип жатырбыз ошол жака. Сондуктан кош көрдүк, көп рахмет Бишкекке. Жалпы азаматтары, жигиттери керемет бир мэрттик танытып, конок кылып жатыр. Тамаша. Сондай максат менен келдик. Саят Мырза, сизге мындай суроо. 532 сериалынын каармандарын Кыргызстанга чакырсаңыз, өзүңүз кино индустриясында жүргөн адам болсоңуз, демек биздин коноктор менен жаңы пландар даярдалып атат десек болобу? Биз казак актерлор менен тасма көрүп калышыбыз мүмкүнбү? Ну, у нас намечается проект на лето, рабочее название «Дикость». Вот, я думаю, то, что ребята примут там участие, дай бог. Ну, сейчас у нас дорабатывается сценарий, сейчас когда работают, они ознакомятся. Если им по духу, возьмемся за проект. Нет, так у нас еще три есть проекта, которые мы как бы сейчас дорабатываем в рабочем процессе, так скажем. И вот, и чтобы гармонично было, чтобы каждый чувствовал себя как у себя дома, ребята ознакомятся, посмотрят. Мы в первую очередь сюда приехали как друзья. У нас очень много здесь друзей в Бишкеке. Я здесь практически, это мой второй дом. У нас вот студия, еще раз повторю, KG Production, это Нурлан Мамакеев, это мой партнер. Мы уже более 7 лет вместе работаем. У нас здесь студия, у нас в Индии, в Астане студия, где у нас Нурлан Мамакеев является тоже. Как бы я здесь, он в Казахстане, чуть поменялись, чтобы, так скажем, развивать международную дружбу. Абиль Мансур Мырзага суроом да, сиздин каарман Шалкар абдан оор тагдырлуу адам да, оор тагдырлуу баштан өткөрдү. Мындай бир психологиялык жактан аны ойногон сизге кандай болду, кыйын болгон жокпу? 2-3 күн подготовка болду. Съемка басталмай деп. Прическамызда там костюм, примерка, анау мынау, там пока машинага привыкли, да. И энди бытовой өмүрүбүз бар го, өзүбүздүн бытовой өмүрүбүз бар го. Үйдөгүлөр звондойт, айелиң звондойт, мама звондойт, акең звондойт деген сыяктуу. И мен баарын алдым да стоп коем. Маган звондамаңдар. Керек болсо мен өзүм звондойм. А так менде Аллага шүгүр баарын нормально. Эгер прям глобальный тема болот болсо гана звондор, я не мешайте мне работать. Я бытовуху еще убираю, я погружаюсь туда. Дедин. Вот солай бастадым. Потому что бытовой өмірден, мысалы, любой бір мелочь, бір деңгеден, ана звондайды, мына звондайды, это все мешает просто. И сол жағынан, психологический жағынан, енді ондай өзімнің басымнан өтпегеннен кейін, жаңағы Шалқардың тағдыры, әрине қиын болды, потому что біз моргқа бардық. Біз зиратта жүрдік, біз свалкада жүрдік, біз күннің ыстығында жүрдік, біз темекі шектік, пачка-пачкалап күніне мысалға. Бармаған жеріміз жоқ, енді условия енді қиын, полевой условия.
И психологически, и физически, и морально было очень сложно. На самом деле. Но оған қарамастан жаңа процесс, творчество, работа с режиссером, работа с командой, содан алған ләзат, жаңағының бәрін жеңіп кетеді, перебаривает вот это все, и тебе, ну, как бы это не совсем тяжело, когда ты в процессе. Вот это вот классно было. Сериалда қармандар абдан көп тамақ шегісті, абдан көп сөгінішті, анан кээ бир учурларда ушунчалык бир чыныгы бир мукасылык окшошуп кеткен картиналар кошулду да, бул нерсени кандай кабыл алдыңыздар? Ашыкча болуп калган жокпу деген суроо пайда болот да. Это требование режиссера. Ну это не пропаганда. Что все это, нет, имеется в виду насчет реалистичности, насчет простоты. Чтоб когда человек смотрел и он видел жизнь. Вот, например, вот я сижу, вот пью чай, да, там носу ковыряюсь, да, я не знаю, там, да, мне чешется где-то. Некрасиво играть, понимаешь? А как в жизни? Вот реально, какой я в жизни? Как бы я прожил жизнь, если я был бы Шалхаром, например. Вот такая задача. И он сказал, если, ну, как проект закончим, чтобы люди на вас смотрели и говорили, Шалхар, Думан. Вот такая задача была. А насчет сигарет и матов, знаете, в те времена матерились еще больше, даже сейчас еще сильнее, да, там не имеет значения, подходит мат, не подходит, раньше так было. А тут, наоборот, я думаю, все на месте, да, все вкусно, и сигареты, там, и маты, потому что лишних матов не было. То, что было написано в сценарии, мы все проговаривали, ни больше, ни меньше. Так что я думаю, как бы режиссер, сценарист это все заранее продумал, да, как бы, да, написал. Так что я думаю, все на месте. Нет, там, знаете, вот в 90-х годах по-любому же Следаков, там, как он. Где в органах работали? Сотрудники. Вот, да, сотрудники. У них же нормально же маты. Реальные жизни, да. Алиш сказал, ну, у Думана характер такой. Он такой вспыльчивый, материст. Сила. Сила. Да, сила. Он более спокойный и дедукция, да? Не дида. Развитый, да. Да, типа он думающий, шарящий. А я такой. Анкал, казахша ты ишь. Анкал, босс, ангал, дангал, короче. Плохой, хороший полицейский. Да. Бряк чистый. Таза жиректе, достыгына, досына адал. Болады осындай. Апенди. Может, артық болған жерлер болған шығар, боқтаған жерлерінің артық жерлері кетіп болған шығар, но если это все органично, это смотрится, думаю, нормально. Ну просто, ладно, знаете, все, да, имеется, ага. Нет, имеется в виду, народ не привык к таким матам. Из-за этого просто первое восприятие было так, а потом как люди привыкли и сказали, Думан король мата, как они привыкли уже, да. И когда он умер, сказали, кто теперь будет материться? Не, на самом деле так. Без меня. Многие писали, мне даже немножко было обидно, да, когда многие в комментариях писали, дальше все можно не смотреть. А вы не думали, что это меня заденет? Да, шучу. До сих пор обижен. Я весь проект. Рот закрой. Все. Мы просто любим друг друга, вот так вот шутим. Бешотцеки сериал на сценаристи, режиссеры, продюсеры Алишер Утев туралы сұрағым келіп тұрады. Алишер Утев деген кім сіздер үшін? Алишер Утев, он современный режиссер номер один. Именно, да, именно по киносериалам, да, вот в данный момент. Он лучший сценарист. Потому что он сам пишет сценарий. Он сам продюсировал 5.32, он сам писал сценарий вместе с Сергеем Литовченко. И он сам, да, был режиссером. Знаете, это как нелегко, да? Почти. Но он пошел на такой шаг. Он герой, на самом деле. Он легенда. Реально, он мойындау керек, на самом деле. Оған дейін он писал на многие фильмы сценарии. Он «Брат или брак», да? Да, брак. Да. И «Брат или брак» второй он сам снимал.
каникулы в Таиланде. Это тоже его сценарий. Бизнес по-казахски первый. Бизнес по-казахски его сценарий, да. Тунгу студия Нурлан Хоембаев, это тоже его сценарий. Mm-hmm. Много. Много. Ва-банк он снимал, например. Много чего снимал, много чего писал. Про него говорят, что он сценарист-миллионник, да? То есть все, что он пишет, стреляет. Твой, да. Он, когда снимал «Сержан Братан», он параллельно писал 5.32. Снимал параллельно. Он снимал и параллельно писал. Сценарий 5.32. Закончил «Сержан Братан», он закончил сценарий вместе. Mm-hmm. Сразу приступил этот. Без отсеки, басак пэту цирюда. Он без отсеки цирюб жюрюб, параллельно тогда сценарий джазу жюрюд. Он не знаю. Он как? Кит. Он не мамонт, он кит. Беш отсек сериалынан кейін сіздерді көпчілік таңы баштады оқшайды, бірақ өздеріңіздерден оға кетсек та, біраз өздеріңіздер туралы малымат бере кетсеңіздер. Мен, бұлай жасақ, мен туралы, мен қазір өзімді, мен мынандаймын, мен бүйтемін, сөйтемін деп айтылған байсақ. Мансур таныстырсын, мен Мансур таныстырайын. Жеке, сөйткен, этичный болды деп ойлаймын. Дұрыс. Себя хвалит. Өзің перед камерой. Кыргызстане тем более. Өзіңнен көр ендеше. Қобланды болат. Павлодарской области. Баянаульский. Мы работаем с ним в одном театре. В Астане. Театр имени Халибеха Фаншпаева. Казахский музыкально-академический драматический театр. Вот, я работаю там с 2015-го, он работает с 2019-го, мы коллеги, до 5.32, мы друзья, коллеги, вот так вот. И, в принципе, Хобланда закончил музыкальную школу. Имени Чайковского. Имени Чайковского, да. Женат. Он женат. Если кому сказал, что не женат, он женат. Да, четвертый раз. Двое жены сидят в тюрьме, одна в побеге, с четвертой он сейчас живет в данный момент. Два кредита, ипотека. Да. Двое детей. Это не келе түрде двое детей. Не кесіз, я не знаю. В общем, очень талантливый человек. Я его люблю как друга, брата, братишку. Как бы мы друг к другу очень сильно привыкли. Что еще рассказать? Конец он очень... Да, борец. Он очень... открытый. Друг Конора Макгрегор. Он очень общительный, да? Он очень открытый, добрый человек. Я не знаю, как у него это получается, да, вот, спонтанно, да, все там. Ты организовал? Да нет, нормально там жизнь. Фук, смотришь, ву, там толпа, и там творчество, там все, и там и дастархан, там и друзья, там. Я говорю, как он так? Я это не понимаю, жизнь. А вот я, например, если делаю, мне вот конкретно четко все должно быть, да, там гостей позвал, там вот так-то, да, там места, там оно много, вот это придет, вот это не придет, надо вот это заказать, оно много. Он говорит, я говорю, ты заказал? Он говорит, нет. А что ты делаешь? Да нормально, там сейчас все будет. Там. Я говорю, ничего не будет. Приходишь, там все, ради него кто-то делает, я не знаю, почему. Вот так вот, ну, вот такое, видите, Аллах его любит таким. Да. Он его вот так Аллах. Вот, да. Дополняет друг друга. Да, он... Как Казахстан и Кыргызстан. Да. Он кыргыз, я казах. Вот так вот, Аллах тағала осы жаратқанда бұны. Я сонда бір несі бар да, бір жеңілдігі бар да. Я әрдайым осындай жолын ашық болсын. В общем, брат, он мой брат, да, я его очень сильно люблю, уже очень талантливый и музыкальный, и как актер, да. Ну, что еще сказать? Ну, все? В принципе, остальное, я думаю, все видели, да, на экране там. Абиль Мансур Серик, родился 1991 года в Алмате, женат. Нет. Скоро четвертый ребенок родится, иншалла. Иншалла, дай халаса. От кого? Өте талант шығырт. Бұл өнерді кино индустрияны, жалпы экранға актер ретінде өзінің 6-шы сыныптан бастап, бала күннен бастап, ол жалпы осы индустрияда келе жатқан жігіт. Маған дейін оның опыты бар.
қаншама біраз-біраз фильмдер өнеді, Аңдау, тағыс-тағыс сериалдар бар. Қазақстан біз жаңа топовой жақсы бір рейтинг көрсеткен сериалдардың басты рөлдерін сомдаған жігіт. Мансұрдың өзіндік бір тоже жақсы табиғаты бар. Сөз жазады, мен ән жазам, менің әнімнің сөздерін бұл жігіт жазады. Ақын бұл жігіт. Ағиық. Мұқағалиден кейін мен тұрмын. Сонда новая песня вышла, премьера. Екі-үш күн болды бізде премьера, екіміздің осы пять тірсізде жүрген жарық деген. Төрт күн болды. Төрт күн болды. Жиырмасы шықты. Төрт күн болды, қазір 100 000 просмотр жинап отыр YouTube-та қазір. Төрт күн үшін. Үрдің премьерасы. Екеуміз сол 5:32 кезінде алған әсерімізді, ән қылып жазған әсерімізді біз сонда ән қылып жаздық та. Жаңа гитараны Жарық. Сол YouTube-та бар, басқа да нелер порталдар ашады алдағы уақытта. Не деймін? Мен қуаныштымын, ол мен 5:32-де сахналас болғаныма, партнер болғаныма, әріптес болғаныма, дос болғаныма, бауыр болғаныма мен қуаныштымын. Сондықтан аман болайық, бар болайық, сау болайық. Конечно, қуаныштысың, егер мен утверждать етпесе, сен утверждать етпейтін еді. Саят братан, Саят Мырзаны мен таныстырып қойын енді бұксы де бұлай өзінің басқа да шаруалары бар, басқа да өзінің кәсіптері бар, басқа да бизнес бар, ол кісі өзім многосторонный, творчествада, спортта, саясатта өзінің айтар ойы бар, қайырымдылықта, қайырымдылық. Жомарт жан ғой жалпы. Жомарт, өзінің мәрттігі бөлек, өзінің бізге ағалық. Ағалық ақылын айтып біздерге, бізді іні ретінде тартып, осындай бір керемет. Сені іні ретінде? Иә. Мені құрдас ретінде. Сен дейтін, мен іні қылмай қой сен олай бақ. Қазір пообщайсыз немесе. Болды, аға кешіріңіз десек. Мынау сверх задача бізде мынау қазақ-қырғыздың арасына бір керемет алтын көпір салу. Қазақ-қырғыз арасына. Иә. Шығармашылық тұрғыда, өнер жөнінде, өнермен кеше тағы да осы ұшаққа келген кезде қырғыз бауырларымызға айтып жатын. Алдағы уақытта асықпай, жоспарлы тұрғыда мен қазақ бауырларымды алып келейін, әнші өнердегі ақындарды, поэттерді, жаңағы композиторларды бәрін алып келіп, мына жақта бір керемет коллаборация жасайық. Одан кейін сіздерді алайық, біздер Астанаға, Қазақстанға кетейік деймін де. Қазақстанға барып қырғыз бауырлармен жақсы бір коллаборация жасайық деген ниет білдіріп жатырмын. Идея, бір ой, оны барлығы құптап, қолдап жатыр. Алдағы уақытта бір сондай бір жақсы дүниелер болады деп ойлаймын, осы бір келгеніңіз. Негізі всегда мен келген жерде бірдеңе болады. Азыр біз барыз шоғылып бұл жаққа интервьюға кіріп келе жатқанда Қабыланды Мырза Мирбек Атабековтың ырнырдап келе жатты. Ушул туралы сұрағым келіп жатады. Атабеков кеше маған инстаграмға подписался. Маған да подписался. Мұрат, любим, I love you, I love you, Мирбек! Мирбек, мен әншілер арасында, қырғыз қазақтар арасында мен топтарымның қатарында. Мен как личность, как композитор, как исполнитель ретінде қатты уважать етемін. Для меня честь, по идее. Ете, сіз стористерді атыңыз ұқшайды? Иә. Мирбектің әндерін айтты ғой. Содан көріп, ол еще жас қойды. Я тут смотрю 5:32, офигеваю. Они поют мою песню, офигевают, я расскажу. Бимзде, ну, классно, на самом деле, это очень приятно, да? Саят Мырза, мы KG Club Production ақырқы сүрде бір чоң жаңалық жаратқан тұрат. Мен білгенден Человек-дракон деген тасма тартылды. Бұл ел аралық аренаға бағытталған деп отамда, ошыл бойынша біраз малымат бір кетпес пе? Ну, у нас проект этот зародился где-то 4 года назад. Мы ездили в Индию, у нас есть партнер Гриш Малик, это обладатель Оскара и так далее. Он там входит в 80 лучших режиссеров Бусан. И вот и мы как бы хотели сделать первого азиатского героя. Супергероя. Супергероя, да. Чтобы так у нас было как бы. Ну, уже пора, мне кажется, не то чтобы посоревноваться, но дать альтернативу там Marvel, DC и так далее. И мы очень акцентируем на это внимание. И вот, и как бы хотели выйти сразу на международный какой-то рынок и заявить о себе. И вот, у нас сейчас вот как бы
Планы, мне кажется, у всех подкосились, когда началась вот эта пандемия, закрыли все границы, мы должны были это еще выпустить давным-давно. У нас примерно года два назад должна была быть. Но вот все по воле Всевышнего, альхамдулилля, и вот мы как бы это все отсняли, доработали, где могли. У нас там и специалисты с Индии, актеры, техническая какая-то группа. Вот это такой проект, я считаю, крупный. Там очень много графической работы, то, что, вот, мне кажется, на рынке СНГ мало кто использует, поскольку это все Голливуд, Болливуд использует. Мы уже работали с Болливудом, работали с определенными продюсерами Индии. У нас совместная работа также выходила там в прокат, мы там продавали свою работу уже на Индии. И думаю, вот как-то вот потихоньку, набирая опыт, мы идем, мне кажется, в сторону Запада, в правильном направлении, так скажем. И я думаю, то, что пора и нашим актерам, ну, казахско-кыргызским, заявлять о себе на большом уровне. И уже как бы с появлением интернета все границы стерлись. Я думаю, вот и ребят смотрят по всему миру. И как бы наша работа, мы их работу смотрим. Раньше же в одном, как бы, игра в одни ворота, да? В одном порядке было. Мы смотрим Запад, Запад не знает о нашем существовании. Сейчас я думаю, то, что эти границы стерлись благодаря там. У нас Каннский фестиваль выиграли ребята, да, там, как лучшая актриса казашка. Женская роль, да. Кыргызская работа. Я думаю, то, что нет ничего невозможного. Надо просто брать цель и стремиться, качественно стремиться идти к ней. И благодаря там таким креативным, да, там, ребятам, как Алиш, я думаю, это не за горами. Мы просто делали акцент на техническую работу, кто-то давит на творчество. И мы старались первые, кто работать там с Netflix, какие-то заключить международные проекты. Ну, альхамдулилля, это все потихоньку получается. Сейчас вот кинематография, так скажем, восстанавливается после всех этих событий. И думаю, то, что вот все не за горами, все уже вот намного ближе, реалистичнее ложится. И я думаю, то, что также наши фильмы и сериалы будут смотреть и в Голливуде, и в Болливуде, и в остальных странах. Кыргызстан, Бишкек, сіздерге қандай тәсір қалдырады? Енді мен өзім бірінші рет емеспін. Мен бірнеше рет болғам Қырғызстанда. Бұған дейін жаңа Саят айтты, Саяттардың киноларына кеп, бір күн түстім де, қадап кеттім бұларды десең де. Жаңа денсаулыққа байланысты, кішкене я нем болмай, соны жігіттермен сөйлесіп, жігіттер кешірім өтінемін, ренжімеңдер, соны осында қазір денсаулыққа байланысты мүмкіндік болмай тұр деп кетіп қалдым. Жігіттер түсініп, болды деп. А оған дейін 2013 жылы Күмәндір Байке бар ғой, Күмәндір Байке. Сол кісімен бірге киноға түскем. Олардың дебютында «Сүйі жаз» дейтін. Сол жерде басты рөлді ойнағам. Күмәндір Байкемен бірге, Бақыт Байке бәрі бірге түсірген. Сол кезде болғам. Қырғызстанда екі ай жатқам. Чолпан Атада болдым, Бішкекте болдым, осы екі ортада түсірдік қой. Оған дейін ең бірінші рет мен 8-класта соревнованияға келгем Бішкекке. Күреспен, дзюдомен. Ең алғаш рет сол кезде келгем, одан кейін қыздар әдемі ұнап қалып келе берді ғой сол кезде. Бішкектің өзіндік бір ыстық ықыласымен, бір жаңағы қонақжайлылығымен керемет ет жедік кеше. Мысал деймін де, мен элементарно айтайын. Одан кейін жақсы азаматтармен танысып жатырмын. Көңілді. Мынандай жігіттер бар екен. Аяқ қолын жерге тигізбей. Иә, міне әлі отыр мына жерде қазір осы студияға да таң атпай бізді қонақ үйден алып кетіп, таңнан кешке дейін бізбен бірге жүрген азамат жігіттер болды. Али, Алла разы болсын, брат. Иә. Алеке. Алеке. От души саған. Тебе рахмет, братан. Сондықтан барлықтарыңызға рахмет. Бішкекке бір өте жақсы бір құшақ жайып, жылы құшақтап қарсы алып жатыр. Алдағы уақытта келеміз. Ровно бір жұмадан кейін келемін десең, иә? Керемет сезіммен қайтайын деп отырмыз. Иншалла Құдай қаласа, иә. Қашан келсең әйтеуір асты үстіңе түсіп, үстіңе шапан жауып, бауырым кеше шапан кигізіп жүрдім үшеумізге. Шапан кигізді, иә. Ақ шапаннан киіп. Оның өзі қандай мәртебе, оның өзі бақыт. Сондықтан да бауырлар рахмет, Алла разы болсын. Көңілдеріңе, пейілдеріңе. Адам дастарханға рахмет айтпайды ғой, көңілге, қабаққа айтады ғой рахмет. Андай деп тұрса, дейсің ғой мысалы, деп күтіп алады да, а оның өзі қандай мәртебе, қалай приятно, например ше. Сондай жылы қабағымыз ажырамасын бір бірімізден, ағай. Это как, я еще раз говорю, Кыргызстан для меня как второй дом, это как будто я из комнаты вышел в другую комнату. И, например, до этого я приезжал
с Нурдаулетом есть такой у нас блогер ННН. Ему тоже здесь все очень понравилось. Мы здесь гостили, тоже приезжали. И есть у меня определенные ребята, которые говорят: брат, поедешь в Бишкек, захвати нас с собой. Поехали. Съездим, посмотрим. А то постоянно смотрим. Вот мы были, как бы были дни Казахстана в Кыргызстане. И мы были одни из первых гостей. Мы ездили к министру культуры нашего Кыргызстана. Вот у него гостили. Большой рахмет ему. Вот, прям такой теплый прием. Обговорили многие проекты международные. Я думаю, что это все и на официальном уровне Аллах Аласа будет шикарно. С поддержкой, еще раз говорю, поддержка. Это же тоже гармоничная работа. Если вас поддерживают, если как бы смотрят ваш труд, оценивают правильно ваш труд, мы только растем, мы только вперед. Вот, и поэтому я думаю, то, что я их просто как бы так же завел, как в другую комнату. Для них это тоже станет вторым домом. И я думаю, Аллах Аласа, вот Мансур у нас здесь не первый раз, он уже как бы и уже смело как в зал ходит. Вот сейчас у нас Кобланды, он сейчас открывает. Сонг есть такие же. Да. Теперь, иншалла, уже будет залетать. Вот бренд-амбассадор Республики Кыргызстан. Сіздермен генен кесір сөйлеші отырғым келеді, бірақ уақыттар екен, азыр Қазақстанға жол қоса атқан істер. Ақырында сіздерге еркен микрофон, өзіңіздердің қалғы тілектеріңіздерде. Сол бәрі ойдағыдай болсын дейім. Иә, еліміз аман, жұрттарымыз тыныш болсын, тек жақсылық болсын деп бата беріп кетейін ба? Барлық жақсылық тілеймін, аман болайық, иә, Құдай қаласа. Сол маған негізі квартира мен машина керек десек де. Болды, все, стопоним. Все, тихо, бұдыш. Все, барлықтарыңызға Алланың нұр жаусын, көңілдеріңізге, шақырғандарыңызға рахмет, аман болайық, каналдарыңыз гүлдей берсін, миллиондарыңыз өсе берсін,